парикмахером облаков. Я буду стричь облака. Да, я буду стричь облака. Ну, почему бы и нет? И вот здесь, и вот здесь он садится, я буду его, все в каком-то размышлении. После победы спектакля в творческой лаборатории режиссер работает над его воплощением в жизнь. Репетиции идут уже около 10 дней. Этих персонажей зрители увидят впервые. Куклу папы ростом 2,30 сделали всего за день. Теперь актеры погружаются в детали сюжета и ищут образ. Фантазийный сюжет, то есть папа теряет работу, и когда он садится, принимается за поиск работы, он встречает совершенно сказочные, невообразимые профессии, как, например, сочинитель мороженого или водитель для русалки молодой актрисы, и таких профессий масса. В этой семье все друг друга любят и понимают. 9-летняя Людочка объединяет всех. Папа, ты стал похож на странного ученого, а не человека, который ищет работу. Тебе надо подстричься. Да ладно. Говоришь, как мама, а? Вся в мать. Через Людин поступок, через поступок дочери у папы все налаживается. И она просто ему помогает, она просто отдает ему ту любовь, которую он ей дал. К созданию газеты, главной декорации, подошли с большой ответственностью. Мы попросили моих детей нарисовать, потому что это детский рисунок, и хотелось, чтобы было много детского рисунка. А художники, как правило, у них не всегда получается имитировать детский рисунок, это очень сложно. Другой режиссерский ход – показать обычные предметы такими же большими, какими их видит маленький ребенок. Жанр у постановки тоже особенный. Домашний концерт в одном действии. Гордость режиссера – музыку будут исполнять вживую. Классика, как Бетховен или Чайковский, создает настроение, воспитывает вкус и дает эстетическое наслаждение. Старались подбирать такие композиции, которые еще подчеркнут какую-то комичность даже очень глубокой жизненной какой-то ситуации и истории, ну, чтобы ее проще было воспринять. Сказку о трудностях поиска призвания более глубоко поймут взрослые, но дети, как никто другой, понимают, что может сделать их родителей счастливыми. Смотреть спектакль нужно всей семьей. Премьера 22 февраля. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.